Для того, чтобы сделать объективный выбор, надо выбрать хотя бы по одному треку из их композиций, предложенных нам все вместе с вами послушать. Так. Интересно. Перевод не предоставлял. То есть на разбор даже не рассчитывал Сандерен с композицией «Война». Но если я ее не рассмотрю, то будет необъективно, так что я сам сейчас поищу перевод. Потому что в плане звучания она одна из претендентов. Все, перевод найден. Позиция от Ксандрона «Война».
Я теперь понимаю, почему Сандрон не хотел давать перевод на эту композицию, потому что она очень сильный образ. Ощущения шли сначала в том, что это как бы военный синдром, потому что война, когда человек травмирован тем, что пережил и ощутил вне его. И поэтому, чтобы как-то с этим совладать, он большей частью находится в себе. И самое удивительное, эта пропасть, опять же, сотворена им, потому что здесь мужчина, он олицетворяет всех нас. То есть, как бы, с одной стороны, он индивидуален, а с другой стороны, это обобщенный образ. Почему мы приходим к обобщенному образу? Потому что вот стоит мужчина на дне пропасти, сотворенной им же. А если есть такое утверждение, что это пропасть, его состояние, творено им, то автоматически все события, которые происходили вне его, они обобщаются вместе с нами, что это как бы мы сообща породили, то есть мы как одно целое. И он хочет прекратить ту войну, которая в нем происходит и раздирает его изнутри, его душу. Интересное сочетание мужчины и мальчика. Душа здесь предстает именно мальчика. То есть как бы состояние, когда мы наблюдаем, как в опытах, атом в двух местах одновременно. При определенных обстоятельствах. То же самое здесь вроде и мужчина, и мальчик одновременно друг на друга смотрят, при этом являются одним. И поэтому, когда душа находится в таком раздрае душевном, да, то есть, ну, как бы внутреннем, она обращается к источнику, который ее породил. «Никогда не оставляй меня. Моя война окончена. Стань моим укрытием от бури. От тех переживаний, которые породили те чувства, которые будоражат душу. И ту печаль, которая на челе. Ибо если не обрести этого успокоения, появится еще одна черная дыра. Если расщепление маленького атома дает столько энергии нам, то распад души порождает черные дыры. Всего лишь одной. Чтобы затянуть всех в бездну мрака. Поэтому здесь и сказано, ибо у него есть силы уничтожить эту землю. Не толкай его, сынок.